Всем привет! Вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы в клубе устраивали аукцион и продавали чай. И вот Руслан Стемиртау нашел тоже старые заначки и сегодня привез в клуб. Давно сам в клуб не приезжал, а тут сам даже приехал. Привез вот такой замечательный чай. Сувенир называется. Чай черный, байховый, с добавлением ягод боярышника. И смотрите, Каспищепром, Алматинская чайразведочная фабрика. Смотрите, какая замечательная упаковочка. Масса 50 грамм всего лишь, первый сорт у нас. И техническое условие 88 года. Вот привез вот такое вот. Мы снимем ролик. И еще нашел презервативы. Смотрите, презервативы мужские. Это у нас 1982 года. А это у нас 79-й год презервативы. Вот такие вот. Кто помнит, пишите в комментариях. Если среди наших зрителей есть те, кто, может быть, пользовался ими, тоже, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Ну и мы, разумеется, тоже отдельно снимем еще ролики на шортс по поводу всех этих находочек. Просто хотели похвастаться, что как только начинаешь что-то делать, начинаешь какое-то движение, отзываются люди, у которых тоже где-то там в заначках, в подвалах, на полках, на антресольках лежат старые вещи периода Советского Союза. И они тоже начинают оживляться, начинают это доставать, начинают это предлагать коллекционерам. Ну и вот, соответственно, мы вам показываем, что надо просыпаться, надо действовать. От того, что оно у вас лежит, ну, конечно, какое-то определенное удовольствие есть, когда у вас есть коробка чая. Но, наверное, все-таки больше удовольствия спустя 30, а то иногда и 40 лет достать это, либо самому попробовать, либо продать коллекционерам, которые купят это у вас за приличные деньги. Всем удачи, ждите наших роликов. Записали очень много роликов. Все будем их выставлять в течение недели с клуба. Самое главное, движение есть. Отклики есть, люди оживленно участвуют в наших аукционах. Всем удачи!